Сказать по правде, я не ожидала увидеть такое. Сорвалась с дома, приехала, и вот нашла этого пса с такой лапой, и, в общем, у него проблемы с задней частью. Я не знаю, кто мог сделать такое с ним, но это явно не человек. Покалеченного Макса на одном из дачных участков под Могилевом нашли добрые люди. Пес с отрубленными лапой и хвостом людей к себе не подпускал, но в помощи нуждался отчаянно. Несколько дней волонтеры собирали необходимые 800 тысяч на спасительную операцию. Скорее всего, с животным произошло, значит, либо собачка попала, либо под поезд, возможно, что под машину, ну и может быть, скажем так, какой-нибудь маньяк, нехороший человек набросился с режущим предметом. Предстоит ушивание культи левой передней конечности, то есть там, в общем-то, доампутировать, скажем так, лапу. Вот. Ну и последующая реабилитация. Наркоз для спокойствия и операция уже не для прессы. Через пару часов Макс придет в себя. Волонтеры тем временем решают его дальнейшую судьбу. За жестокое обращение с животными в Республике Беларусь установлена административная ответственность. Действующими нормами Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными, повлекшее гибель животных, либо же увечье, либо же истязание животных, установлено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. Зоозащитники говорят, что штраф таких нелюдей ничему не научит и надеются на ужесточение наказания. В настоящее время на законодательном уровне в Республике Беларусь рассматривается вопрос о установлении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, как это предусмотрено в законодательстве целого ряда иных государств. Случай с Максом далеко не первый и не самый ужасный. Сейчас пес ждет постоянных хозяев во временном доме и заново учится не только ходить, но и доверять человеку.